Реализация масштабных объектов, такие как вот этот стадион, требует новых подходов в проектировании. Поэтому BIM — это цифровая революция в строительстве и управлении новых объектов недвижимости. С помощью BIM мы создаем 3D-модель, в которой работают все специалисты одновременно, от архитектора до сметчика. При этом они могут находиться в любой точке нашей планеты. Я бы хотел вас пригласить познакомиться с нашей проектной группой инжиниринговой компании Arma Group, которая создает 3D-модель и BIM-модель данного стадиона ВТБ-арена, центральный стадион «Динамо». Итак, коллеги, наша задача на сегодня спрогнозировать распределение динамики климатических параметров воздуха над поверхностью поля на арене стадиона «Динамо». Какие параметры температуры и влажности нам требуется поддерживать над поверхностью ледовой арены? Ну, будем ориентироваться на мировой опыт, на опыт НХЛ, Америки и Канады. Температура там поддерживается в районе 14 градусов над полем. А что мы будем делать с проблемой образования тумана? Ну, с учетом данных параметров, температура точки росы не предвидится, поэтому никакого риска у нас нет. Не будут ли испытывать дискомфорт зрители, сидящие на первых рядах, и игроки, играющие на поле? Ну, с учетом нашей конструктивной особенности стадиона и подачи воздуха, я думаю, мы постараемся подать в зону зрителей воздух более теплый, порядка 12-14 градусов, пока он до них дойдет. Температура будет комфортная, 18-20. Далее выполняется разработка инженерной концепции. Любое здание – это живой организм. И от этой концепции зависит стоимость выполнения работ, сроки выполнения работ, ресурсы. Сейчас я выполняю расчеты и предварительное планирование электрических схем и основных кабельных трасс. Параллельно со мной мои коллеги делают расчеты по другим инженерным системам стадиона «Динамо». На следующем этапе главные архитекторы и главные инженеры проекта обсуждают друг с другом и утверждают с заказчиком основные технические решения, которые позволят воплотить в жизнь идею и функции нашего здания. Hi, Max. Thank you for calling me back. Yeah, I have a question regarding load calculation for cooling plant. Okay. Okay, thanks. I'll talk to you later. Bye. BIM-моделирование эффективно не только на стадии проектирования, но и на всех последующих стадиях реализации объекта. Имея объемную информационную модель, вы можете с легкостью спрогнозировать, где пройдут у вас трубопроводы или инженерные сети. А когда уже дом построен, находится на стадии эксплуатации, имея BIM-модель, вы можете с легкостью, без лишних затрат и в короткие сроки поменять любой элемент инженерного оборудования, такие как, например, это градирня или насос. BIM-моделирование стало государственным стандартом в Великобритании, Испании, Сингапуре, Китае. Информационная модель становится отраслевым стандартом и в России.